Вы знаете, в море можно увидеть и крабов, допустим, в реках раки, да, вот это их внешняя такая оболочка, это и есть вот эта структура хитозаны, хитины, оболочка, защитная оболочка хитиновой, в которых содержится вещество, которое выделяют из этой оболочки, и это вещество называется хитозан. Это уникальный биокомплекс, который имеет большое, огромное количество полезных свойств, в том числе и подавляет грибки в кишечнике, кандиду, в том числе и насыщает наш организм минералами, в том числе и токсические всякие вещества, которые могут накопиться в кишечнике. Великолепно помогает очистить кишечник. Поэтому на сегодняшний день такие хитозановые вещества, наверное, лучшие из лучших по адсорбентным свойствам.